Довольно сдержанная и редко дававшая интервью, Фицджеральд говорила, что в каждой песне рассказывает историю. Она вообще, казалось, жила именно на сцене, была создана, чтобы петь. Будучи на сцене, она ощущала любовь публики и повторяла, что хочет петь для слушателей до конца своей жизни. Следующая инструментальная композиция так и называется «Сын, сын, пой, пой». Супер.